В обновленном семействе Porsche Macan случилась небольшая революция. Если раньше версия GTS была более мощной вариацией Macan S, то теперь ей полагается битурбомотор от самой старшей версии Turbo. Разумеется, двигатель был дефорсирован, но даже 380 сил — это на 20 больше, чем у прежнего Macan GTS. Трансмиссия осталась прежней — это семиступенчатый преселектив и полный привод. От других Macan'ов исполнение GTS отличается передним бампером, подретушированной решеткой радиатора и декором черного цвета. В стандартное оснащение включены оригинальные 20-дюймовые колеса и адаптивная подвеска, с которой клиренс уменьшился на 15 мм. За доплату предложены не только экстремальные углерод-керамические тормоза, но и чугунные диски, обработанные карбидом вольфрама. Они замедляют машину так же хорошо, как керамические, но стоят дешевле и изнашиваются медленнее.